Так, Насос, всем привет. С вами мистер Миха. У меня было в планах написать одну карту. Давайте начнем. И сценарий называется «Песня льда и огня». Так. Давайте разбираться, кого бы взять. Но... В принципе, специальность классная, но... Я не очень симпатизирую данному персонажу. Ренли тоже как-то тем более я не... Так, более нормальный. При этом более известный, пожалуй, Робстар. Возьмем золотишко. Так. Уменьшу я тут скорость, потому что мне не очень приятно, когда те гоняются с противником. Так. Какая специализация воинства? Молитва. У этого кавалеристы. Пожалуй, воинство. Воинство нам нужно там изначально просто пособирать всякие ресурсы. Так. А ты сиди в замке и приноси мне фрукты. Да, не особо важный персонал для рыцарей. Смотрим доспехи. Крутой навык. А если это специализация, то доспехи так вообще цены нет. Так. А что, пропускаю ход. Так, карта с союзником. Карта изначально так и сделана была. Так. Убить Джейми, царя убийцы, это уже паладин. Если удастся его победить, армии Тайвина уже не будут так пугать. Так, давайте. Вот не помешал комиссию. Мало кавалерийцев. Откуда мало кавалеристов сделать? Так, копейщики неплохо держатся. Сколько? 42. Давай одного. Второго. Да, мы потеряем, конечно, много. Но достанется нам еще. Давай. Ну не так уж много и потеряли. Давайте доспехи камину и возьмем, всю армию с гарнизона. Иначе бодаться с Тайгеном это будет дело невозможно. Гильдию магов. Да, конечно, я не знаю, какая в игре престолов магия. Не, ну она, честно, ее там очень-очень мало.
Я еще на территории Хиллера не сделал шахты. Но тут с помощью одной армии разрулить вряд ли удалось. Тем более надо разгромить врагов. Потому что зима близко. Ладно. Давай. Интересно, как Клиган смог победить армию. Но это точно не основная армия была, потому что такая, даже такая армия способна разгромить Гару. Не, ну возможно я Гару недооцениваю, но мне кажется, что способен. Так, берем то, что нам сделал. Отлично, прокачиваем до спихи. Давайте возьмем деньги, потому что у них отлично. Так, ставим таверну. А в Винтерфелле замок. О, кто-то зашевелился. Да он кайфует. Не ожидал, конечно, да. Только сюда придет основная армия. Все. Я вызвал половину красного дракона. Ибо его нужно сюда спился. Офигенно. Так. 1000, а здесь 4. Скоро будем богаче ланнистеров. С таким успехом. Что есть хорошо. Так. Мечники вперед. Да, кстати, ссылочку на данную карту я оставлю в описании. Поэтому... Кому данный сериал зашел, можете еще в Героев поиграть, в Игру престолов. Так. А где еще неизведанные всякие... Так, тут еще грабы подобрать. Ладно, пускай это будет золото. Да, сейчас мы, конечно, сбиваем кучу денег, но с другой же стороны, в будущем это нам мы можем отбить не только атаки ланнистеров, но и отбить атаки белых ходоков. Помогу очень легко. В принципе,
Сегодня мы доберемся побыстрее. Мы так побыстрее доберемся к Железным островам и побыстрее захватим лорда Железных островов. Так, вот. Так, что еще? А, надо золотишко подобрать. Да, 600. Не так уж и мало, но в принципе. Но это золото никогда не бывает лично. Золото никогда не бывает лично. Я только нахуй удел дома муниципалитета разбить. Еще. Так, к сожалению. Крестьяне начали доводить только крестьянское, поэтому зачем я забираю, не надо меня менять. Так, но меня не очень. Но пока что нейтральные города на железных островах. Да, конечно, по сериалу они действительно принадлежат Железным островам, но все же. Да, тавтология, она такая. Грифоновый бас. Да, сейчас, конечно, красный, конечно, хромит синего. О! Хорошая коллекция войска. Это неплохо. Так, там. Ага, а вот и Хирурги. Только я хочу вначале пай сделать. Так. Давайте цитадельку, чтобы у нас побольше лучников на следующий слот. Здесь, к сожалению, нет. Так, вначале надо перехватить корабля. Нет, а это плохой ход был, надо все же перезапуститься, это очень плохой ход был. Так, ну что ж. Все, я перезагрузился, а то это очень плохой ход был. Мега хреновый. Так. Ну, Джеймс Харой. Нормально так спутничает. Так. Сейчас возьмем пайк. Нафиг они не сдались. Давайте замок. Так, у нас 6000 доход. Так, хорошо, что туда еще дайвинг не пришел. Так, хорошо, что я... Хорошо, что я начал носить. А то был бы какой-то полный капец. Раз и раз. Все. Берем город Пай. Так, минус один чипел. Все.
Добавок еще и новых воинов майки наняли. Так, моего союзника уничтожили. Так, смотрите, если я сейчас высажусь, то точнее сяду на корабль, но в принципе у меня есть пару идей. Из-за которых данный герой не высадится. И я возьму еще Харлоу. Так, а вот и черный замок. Да, конечно, охраняет черный замок такое неплохое войско. Так, портал славы требуется монастырь. Я еще в первом городе портал славы не поставил, а они уже хотят приятно. И давайте вначале в интерфейле портал славы. О. Так, куда уплыл? Блин, убили мне крестоносца. Отлично, голова легиона наша. Так, ну а ты что? А ты возьми его. Всякие шахты. Отлично. Портал славы построен. Сейчас казах. Здесь казах, мы здесь поставим монах. Так, Луинс. Что еще? Ты возьми травишки. Так, ну пока что пробивать данные внизу не будем. Это ни к чему хорошему не приведет. Давайте армию в спящее состояние сделаем. Так. Все, заняли. То есть, все, остров Майк полностью наш. С прилегающими к нему шахтами, кораблями и так далее. Нужен монастырь. Так, так, нужны конюшни. Тогда построю бастион грифонов, потому что увеличить прирост грифонов это штука хорошая. Так. Так. Интерфейл. Да, можно было бы, конечно, хранилище ресурсов в остальных городах поставить. Сейчас так и сделаем. Везде по хранилищу ресурсов. Кстати, я вот как раз сейчас забыл, почему у меня не включен быстрый мобиль. Ну шо? Что-то еще хотите сказать? Аша Грейджой проигрывает. Все, оранжевого уничтожили. О, элементарий маг к нам присоединяется. Это круто. Это круто. Элементарий маг. Так. И здесь хранилище ресурсов. Так. А здесь копим на ипподром.
Нет, точнее, не здесь, а в Винтерфейле, потому что в первую очередь я хочу именно в Винтерфейле поставить патрул. Так, можно еще вот это городишко занять и отстроить там. Будет полетит. Чтобы было еще больше золота. Не, я как говорил, надо укрепить. И было бы неплохо взять черный замок и... Да, и как вот... И хор. А потом уже направиться к... Так, у меня дрова появились. Так. Да, я вот... У меня кризис веры и... самоцветов. И еще кризис золота откуда-то взялся. Хотя у меня доход уже... То есть в трех замках по 2000 это 6000, и замок с капитулами по 4000. То есть у меня доход при доходе 10000. Вот это просто какой-то. Кстати, вот я сюда не зря приду, тут есть круг самоцветных камней, а он мне сейчас очень понадобится. Так, девчатки, конечно, есть, но я их заберу. Все, остается взять Гейтвик. И я уже плыву назад на Сильве. Потому что... Так, Торхенал... Ну, потому что скоро туда прибудут враги. От врагов надо защищаться основными героями, особенно от Тайвина Ланнистера. Так. Ну что, значит здесь будем... Попытаемся поставить патрул. Пойти узким патрулом. В Харлоу. А в Харлоу будут монахи прохлаждаться. Ну что, берем Хейтвик. Так, можно улучшенных лукарей взять. Сейчас возьмем. Да, хоть и небольшое, но все же подкрепление. И сядем на лодочку. Так. Так, ну кавалеристы на следующий день точно будут. В этом я не сомневаюсь. А вот где их строить? Вопрос. Но у меня зато курс будет более выгодный, потому что у меня уже есть 5 капиталов. Кстати, там есть тачка с Беллисус, нужно на войне. Вот так вот. Так. Конечно же, конечно же, простил. Так, в Харлоу. Но мы уже конников в Харлоу поставить не можем, поэтому... Выбор не выбор. В Хейтвике будет таверна. Так как там тоже надо поставить... Ладно. Я уже когда на этих железных островах засиделся, а Винтерфелл нужно защищать. Винтерфелл сам себя не защитит, как вы знаете. Так.
Так, но с деньгами я вижу, что у меня постепенно налаживается. Но это еще я просто армию не скупил. Поэтому, может, поэтому. Так. На ипподром. Собрал на ипподром. А здесь что? А здесь? Да, и тут дрова надо, чтобы прокачать город до доход до уровня муниципалитета. Так, так, а теперь давайте займемся захватом ресурсов. Сюда мы можем пройти. А, надо вначале. Интересно, откуда у меня эти данные? Странно, конечно, но хорошо, что у меня да, такие данные есть. Рынок. Здесь по-любому нужен рынок. О, кто это сюда пришел? Сирелы. С огромной такой армией. Ну, судя по тому, сколько у нас денег, сколько он нам денег приносит, то мы тоже будем неплохой армией. Так, прогул я ничего пока что строить не буду, мне главное сейчас Торхена в удел развить. А у меня ведь самоцветов-то и не особо нет. Отлично, тиралы сейчас будут воевать с Лонистерами. А мне не надо за деньги присоединяться, мне надо бесконечных кристаллов. Ну, лучше бы это было бесконечных самоцветов. Потому что архангелы нанимаются именно за самоцветы. Но я вижу, что там стрелки охраняют самоцветы. Так как они обычно. Так, надо. Все. Торхенов удел сам. Это хорошо. Белые ходоки зашевелились. Белых атаков синий герой, но это я сейчас про карту. Но самого короля ночи почему-то нету. Почему? АХС. Надо у создателя данной карты спросить. У меня откуда-то 8 самоцветов сразу же берется. Так, пускай вот так вот. Так, кого в первую очередь? Давайте кавалеристов, так как я их именно и терял. Сейчас возместим потери. Так. Давайте подождем. Вот сейчас какую-то такую армию сформируем. И сейчас соседний город.
давайте основное имущество. Потому что нам как никогда надо золото. У меня его нет. Энли погадал уничтожен. Я никого не буду. Ладно, давайте после того, как сделаю ход. Да, можно завершать. Так, сохранить. Раз. Ну и что ж, я с вами прощаюсь.